Казанский федеральный университет приехала делегация из Санкт-Петербургского государственного университета. Цель визита – посмотреть симуляционный центр и поделиться опытом с казанскими коллегами, чтобы в дальнейшем на базе своего университета открыть симуляционный центр, что позволит питерским студентам начать отрабатывать на практике свои знания с первых дней учебы. Высокие медицинские технологии создают потребность в компетентных и прогрессивных специалистах. В этом отношении в Институте фундаментальной медицины и биологии КФУ для подготовки врачей используются самые инновационные разработки. В центре имеются десятки компьютеризированных роботов-манекенов, имитирующих пациентов. Центр оснащен самыми современными средствами и технологиями обучения, тренажерами и роботами-симуляторами и другим интерактивным компьютеризированным оборудованием. А своими впечатлениями от увиденного с нами поделился первый проректор СПбГУ Илья Александрович. И сотрудничество наших университетов, оно предопределено историей. Многое из того, что было в Казанском университете, переезжала в Санкт-Петербургский, и многое из того, что было реализовано в Санкт-Петербургском, теперь реализуется в Казанском. Поэтому благодаря этой истории мы и дальше, конечно, будем сотрудничать. Казанского университета, в частности, достаточно большие возможности, и этот потенциал довольно легко сейчас реализовать, поскольку государство активно поддерживает эти процессы. Также гости северной столицы посетили музей Казанского федерального университета, где им рассказали о истории становления университета, о знаменитых учениках и планах на ближайшее будущее. Марина Журавлева, Ленар Давлетьяров. Специально для Универ-Ньюс.